Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лера Фрост заинтриговала подписчиков, она опубликовала фотографию нового состава «Острова любви». Захар Соленко ехал к Лере Фрост, но на остров вместе с ним отправили его бывшую девушку Лизу Триандафилиди. Вера Курочка и Саша Черно на фотографии без своих парней. Большинство старых участников покинули остров, они встретились в Дубае с новым составом, который летел на Сейшелы. Марина Африкантова вернулась с острова на поляну, где ее уже ждали два новеньких участника. Но Марина не хочет отношений. Она пишет: «Я вкусила все прелести одиночки. Нет отношений, нет переживаний и проблем. И каждый день праздник». Кристина Ослина сходила на свидание с Андреем Черкасовым. Андрей уехал по работе на кастинг. И у Кристины есть 5 дней, чтобы принять решение, уходить ли ей к нему с проекта. Стала известна причина ухода с проекта Антона Шоки и Вики Комиссаровой. Тайну раскрыла Татьяна Африкантова. По ее словам, перед отлетом на остров Антон и Вика потребовали увеличить им зарплату, иначе они покинут проект. Организаторы не пошли ребятам навстречу и отправили их за ворота. Также Татьяна Владимировна рассказала о причинах ухода Лизы Полыгаловой. На ток-шоу Ваня поставил в отношениях с Лизой жирную точку, но теперь он уже жалеет об этом и готов уйти к ней, если она не вернется на Дом-2. Майя Донцова рассказала о связи между Захаром Соленко и Лизой Полыгаловой. У них было волшебство еще до прихода на проект. И якобы Захар показывал ей фото Лизы в голом виде. Захар отрицает слова Майи, но он никогда не скрывал, что общался и дружил с Лизой до проекта. Ольга Бузова в очередной раз сменила цвет волос. «Освежили стрижку, увеличили асимметрию и добавили ярких красок», – пишет она. Через несколько дней в Санкт-Петербурге состоится премьера спектакля «Мужчина нарасхват», в котором Бузова играет главную роль. И Ольга очень волнуется по этому поводу. Камила Коробейникова сделала пластическую операцию. Она увеличила 5-ю точку и грудь своим собственным жиром, который ей откачали с бедер и с живота. Чита Менщиковых покрестили свою дочь Варвару. Они публикуют фотографии с этого события. Варя Третьякова опубликовала фотографию с новой татуировкой. Это ее портрет, сделанный на спине. Многие заметили, что изображение скорее похоже на Ольгу Бузову. «Вы довести меня решили, да не Бузова это, не Бузова», – пишет Третьякова. Аня Якунина написала, что уже ненавидит свой возраст и что она стала его скрывать. Девушке 27 лет, а цифра 30 ей кажется очень страшной, лучше ее даже не представлять, – пишет Якунина. «На этой фотографии тебе все 40, пишут ей, так что не бойся, внешне ты уже там после 40. Ольга Васильевна Габозова намекнула о своем намерении вернуться на проект. «Спасибо огромное руководству. Я благодарна проекту, что меня не забывают. Но об этом чуть позже, пусть пока будет интрига». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.